Всем привет! Сегодня рассматриваем задачи на смекалку из базового ЕГЭ. Если бы каждый из двух множителей увеличили на 1, их произведение увеличилось бы на 11. Насколько увеличится произведение этих множителей, если каждый из них увеличить на 2? Решаем через букву, потому что непонятно ничего. Итак, предполагаем, что у нас есть два каких-то множителя. Придумываем начальные значения. Пусть А и Б. Это наши множители. Тогда каково начальное произведение? АВ – это начальное произведение. То есть все будем сравнивать с АВ. Это начальное произведение. Произведение, знаете, что такое? Это когда два множителя умножаются. А умножить на В. Просто мы между буквами обычно умножить не пишем. Хорошо. Так, начало нашли. Затем нам говорят, а что если каждый множитель увеличить на 1? А что значит увеличить на 1? Если у нас было А, то А увеличить на 1 будет А плюс 1, верно? Было Б, Б увеличить на 1 будет Б плюс 1. Раскрываем скобки. Это будет АБ плюс А плюс Б плюс 1. Так, и нам сказано, что... Начальное произведение увеличилось бы на 11. Тогда это все дело равно АВ плюс 11, верно? То есть это то же самое, только больше на 11 от того, что было. А было у нас АВ. Что произойдет? АВ у нас уничтожится, 1 перенесется. И тогда мы отсюда получим вывод, что А плюс Б это 10. Это нам еще понадобится. Хорошо. Теперь нам нужно увеличить каждый множитель на 2. То есть было А, было А, станет А плюс 2. Было Б, станет Б плюс 2. Решаем. Раскрываем скобки. Это будет АБ плюс 2А плюс 2Б плюс 4. Что-то ничего не понятно, да? Но вот здесь, в серединке, мы можем вынести двойку за скобки. Тогда будет АБ плюс 2. А плюс Б плюс 4. Но, смотрите, А плюс Б это 10. Подставим. Тогда это будет АБ плюс 2 умножить на 10 плюс 4. АБ плюс 24. Внимание. У нас было АБ, а стало АБ плюс 24. Так на сколько увеличилось? На 24. Ответ 24. Делитесь с друзьями, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Любое ваше действие поможет, очень поможет мне, а я надеюсь, что помогаю вам.